Вот этот цветочек плотный, который сейчас мы с вами слышим, это все говорит о том, что пришел вечер большого футбола и в Химки. Здесь теперь московская торпеда на арене Химки принимает соперников. В футболках, которые клуб анонсировал очень красиво, вот посвященных этому, можно сказать так, 99-летнему юбилею. По меркам первого дивизиона монструозный состав и ожидания огромнейшие. Подача спокоен, очень надежен Голубев, который весной потрясающую серию выдал. 5 сухих матчей. Подача хорошая, и здесь удар, и мяч приземляется в дальний угол. 1-0, классная подача Чурича, и счет открыт, но не празднует Калугин, не празднует бывший защитник «Нефтехимика», показывает, ребята, не отмечаю. Сочи, центральный защитник, Бородин, воспитанник Краснодара, и Кокоев тоже удар с левой, Котов, и забивают, вот вам и ответ, 1-1. На центр показывает главный судья, отыгрались на 19-й, как же быстро, и не было моментов, и мы с Сашей Седовым тут уже расписываем «Нефтехимик» в том, что он забивать-то не умеет, а пожалуйста. И Роман Вагин с Александром Седовым для вас матч комментируют. Итак, момент, выходит Бабурин, извиняется, что показывает рефери. Отворот, потому что это Котик пробил после подачи Котова. В принципе, одинаково это с возможностью жалить. Момент может быть. Удар с левой, Галиулин. И спасает Бабурин. Это Базилюк. Вот это Базилюк сейчас, да, пробил. Десятка. Это был Константин Базилюк. Вот это вот умение пробить, конечно, горячая нога никуда не денется. У Константина скорость может уйти, еще чего-то. А переходами в контрвыпады опасен. И сейчас еще один Бертников. Передача, удар. Хороший какой удар-то, а? Очень сложный. Но при этом вот отмечаю еще раз Базилюка. Все, а, это не Базилюк бил, да? Это еще вырезать. Очень сложный. Удар! И спасает Голубев, да? Он потащил. Да, Голубев потащил на угловой сейчас. Ну, концовочка. Включаемся. Молодцы парни. Все равно при всех прочих «Нефтехимик» мне сегодня нравится. Безусловно, могу только подписаться. По твоими словами, вскакивает скамейка. И показывает торпеда, на да. точку. Показывает на точку Сиденков. 85-я минута. Не справились. Кокоев разводит руки в стороны. Я не трогал. Я не трогал. Нервы железные свои показать. И тащит Голубев. 2-1, угадал угол, но очень точно. Как вот Геннадий Сергеевич Орлов после «Надежда», угловой, подача, выигран, вверх, и удар не забивает Агалаков, а мог сейчас сравнять Владислав. Как же близко-то было. Ну что ж такое-то? Возможно, прическа помешала. Он именно бил поворотом, то есть тут была возможность сильно по мячу пробить, но не попал в створ. Все, свисток главного судьи матча Ивана Сиденкова, претензии от Денисова, видимо, по поводу пенальти.